Глава Якутии поддержал организаторов проведения всероссийского слета студотрядов в Якутске. Накануне состоялась рабочая встреча Егора Борисова с комиссаром Центрального штаба молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Екатериной Красиковой. Главной темой разговора стало проведение всероссийского слета студотрядов, который должен состояться в Якутске в следующем году. Как сообщила комиссар Красикова, в рамках слета будут выявлены лучшие командиры стройотрядов, а также пройдет третий всероссийский конкурс профмастерства.